гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Расскажите, пожалуйста, о добровольческом коммунистическом отряде. Где он сейчас, что из себя представляет? Добровольческий коммунистический отряд сейчас на его базе, он проходит процесс реформирования, на его базе создается механизированная рота, это первое. Второе, очень много бойцов ДКО вошли в управление бригады, вошли в управление батальонов, там, где необходимо, то есть оставаясь бойцами ДКО, я сам боец ДКО, невзирая на все свои должности и так далее. Поэтому там, призрак нельзя считать коммунистической бригадой, но ДКО, дух ДКО оказывает серьезное влияние. Что вы можете сказать о добровольческом коммунистическом отряде? Добровольческий коммунистический отряд, он находится на передовой, так сказать, на передовой борьбы с фашизмом украинским. Это отряд является, как бы, как на мой взгляд, по крайней мере, сердцем нашей бригады, потому что все самые идейные бойцы именно из отряда ДКО. ДКО был, есть и будет, да? Обязательно. И призрак будет, и ДКО будет. В этом никаких сомнений. Ну, по крайней мере, пока мы не кончимся.